Үйіміз сүріліп жатыр. Сіздерге обращаться етіп жатырмыз. Счетымыздың ұрланғанына шейін, таяқ жегенімізге шейін. Бәрін жауабатсыздар ма? Біз де бәріне дайын. Сіздер қарап отырмыз. 15 майға сіздер бұл кісіні приемға шақырып отырсыздар. 25 апрель күні ол кісінің үйін сүреді. Сонда қандай не постановлениеға сіздер заңсыздық екенін тексеріп жатырмыз деп қоясыздар. Известно, в рамках рассмотрения ваших обращений, в том числе поступившего с личного приема генерального прокурора Республики Казахстан, проверяется правомерность постановления акимата города Астаны о принудительном отчуждении выкупа земельных участков для государственных нужд. О результатах проверки вам будет сообщено на личный прием генерального прокурора 15 мая 2014 года. Вот скажите, пожалуйста. Отдать минутку, отдать ей времени личный прием, вы будете извещены. Без виктимы. Вот скажите, пожалуйста. Это заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Асан. Не знаю, задержали, оттащили. Они вас били? Ну, если считать, что выкручивали руки, держали за ноги. В общем, не давали шевелиться, я не знаю. Камеру выключать заставляли. В общем, я сейчас не помню.